Каждое обращение роловчан будет на контроле. Губернатор области накануне провел личный прием граждан. Вопросы, с которыми приехали жители Арламала, Архангельского и Крамского района, касались ремонта кровли многоквартирных домов и нескольких участков автомобильных дорог. Одна из роловчанок обратилась с трудностями в получении жилья для малоимущих. Губернатор взял это под личный контроль. Готов за своей подписью. Здесь не просить никого, за своей подписью. С учетом ваших доводов направить прокурору. Он должен будет мне дать ответ в установленные сроки. По остальным вопросам Андрей Клычков дал поручение профильным органам и главам муниципальных образований.